Зайка, привет. Так, сегодня нам 10 дней. Можно сказать, маленький день рождения. Сегодня мы будем взвешивать маленьких. С нами тут сегодня Соня. Зойка реагирует на нее нормально. Будем пробовать взвешивать. И Оля с нами сегодня тоже. И чуни вон они, три свиньи. Ничего, погладь ее. Погладь ее. За ушко погладь ее. Погладь. Вот. Погладь, погладь, гладь, гладь, гладь. Все, видишь, нормально. Мамочка у нас вообще спокойная. Сонька давным-давно не заходила в свинарник. Можно сказать, вообще не заходила. Ну, вчера это так, издалека заходила. Вон. Вон они, беленькие наши свиноты. И вон рыжика там морда торчит. Брык, все, завалился он там. Пашка там кричит где-то на заднем плане. Свинарник просится. Так, взвешиваем. Включаем. Там видно что-нибудь? Да, видно. Вроде как сбрасываем. Ага, обрезываем. Ну давай, вот тут. Ау, Черного. Черного, да, вот белая, напомню, самая маленькая. А, ну да, беленькая маленькая. Давай. Опа-ка. Ну да, есть разница ощутима. Кило 730. Ну, маленькая, да. Ну, в принципе, нормально. Там в среднем 2 килограмма должно быть 10-дневный срок. Собрались обсасывать. Ну кто? Воды мы пьем, кашу мы еще особо так, не очень. Ну, мамка, давай сиську. Давай сиськи, давай. Давай сиськи свои. О, вот они, вот они. Ну. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Все. Время кормления. Конечно, он сам сиську найдет. Ну, давай вот это. Ух, блин. А, ведро уже упали. Тихо, тихо. Пашку запусти, да. Иди откроем. Ну, сиська свободная. Нет, там, Паш, там кушает. Кушают маленькие. Ну подожди, сейчас мы все выйдем. Так, что-то резко в телефоне пропало, я не знаю. Я ничего. Вот так вот мы кушаем. Да, Зойка? Кормилица, Дим. Ох ты, кормилица. Мамусечка. Мамусечка наша, мамусечка. Хряп, хряп, хряп. Ну что, Соня, интересно? Что, Пашка, ты тоже хочешь увидеть?
Ну а ты так не видишь его? Нет.